И всем привет, ребята! Это продолжение нашей истории. Короче, меня попросила Ева. Привет, Ева! Передаю тебе огромный привет. Ева меня попросила снять видео, продолжение этой истории. Я решила снять продолжение, и мы начинаем. Ладно, все, пошли, а то уже скоро нам в школу уже бежать надо. Так, я уже подошел к своему шкафчику. Так, только ты не забудь учебники взять. А я помню, ты просто в шкафчике тогда оставил учебники. Я помню это. Это так смешно было. Ты забыл учебники в шкафчике, а потом такой бежишь за ними. В школе даже еще перемены не было. Это так смешно было. Такое зрелище. Ты что напоминаешь об этом моменте? Я вообще не хочу вспоминать. Ты что? Лучше идем в класс, чем об этом вспоминать. Ладно, все, идем. Говорит учитель. Ребята, записываем. Классная работа. Ладно, это мое испытание. Надеюсь, никто не видит. Так, залазим сюда. Вот сюда. Так. Так, достаточно. Так. Смотрит. И у него идет музыка. Я, конечно, знаю, что мой... конечно, я вам хочу сказать, что это мой брат, ребята. Надеюсь, я тебе тут камеру не поставила. Так, ладно. Конечно, это мой брат, только что он там делает под стулом? Я тоже хочу. Так. Так, теперь надо быстренько пробраться. О, телек. Надо тоже с ним посмотреть. Так, говорит учитель, а где наши братья? Ага, вот и наши проказники. Ах, спрятались тут. А ну-ка, вылазите. Марья Ивановна, а вы куда бежите? Если мы все тут. А, мальчики, вы тут были. А я уже думала, что вы в телефон играете на уроке. Марья Ивановна, а кто со стула упал? Вы слышали этот звук? И, ребята, я не знаю, сегодня ли будет порода или завтра. Всем пока-пока. Решайте в комментариях, я передаю тебе опять привет.